Привет! Вот так выглядит этот поселок Тереберка, где этого Левиафана снимали и были раньше рыболовецкие эти колхозы и артели. Сейчас, конечно, тут все так страшненько, но кое-что пытаются там заработать на людях. И вот, значит, такие домики сдаются. Вот один домик мы сняли. Вот он так вот на таких бочках стоит в этой мерзлоте. Ну, двор сама понимаешь, чего как. Сегодня шторм, поэтому вот сижу тут. Ребята уехали на купаться в гидрокостюмах, а у меня гидрокостюма нет, я купаться не пошел. Вот тут для рыбаков есть, видишь, морозильная камера. Мы, нас еще ничего не положили. Вот у нас рация морская, если что случится, сообщить. Вот эти коробки мы взяли, в них мы планируем этой рыбы наловить. Вот так кухонька наша выглядит. Вид такой из окна шикарный. Ну, мы, конечно, тут раскардаш устроили. Я тут, видишь, рис варю. Скоро, наверное, сварится. Салат делать из палочек. Вот. Вот это кровати. Значит, молодежь спит сверху. А вот моя койка. Видишь, батарея. Но мы батарею не открываем, а наоборот открываем форточку. Вот так вот и живем. Очень тепло и хорошо.